Борисе, продовжуючи цю тему, яку підняла Лариса, дивіться, 110-100 люди не завжди розуміють, де є надлишкова вага, так, де є жир, а де є вода. І коли ми бачимо ці там 110-100, ми починаємо там чи то займатися максимально, чи не їсти, голодувати, чи пити багато води, чи не пити тієї води, відбувається схуднення, безумовно. Тобто ми виходимо на ту вагу, яка начебто вважається нормою. Але це не є правильно, тому Конечно. Що за допомогою таких жорстоких методик ми втрачаємо це здоров'я, а не набуваємо його. Так? Як пояснити, як це робити правильно? Ну, смотрите, когда человек набрал какой-то вес, и пытается его сбросить как? То есть ограничил себя резко в еде, ограничил себя в количестве приема пищи, и самое опасное, ограничивает себя резко в жирах. Стремятся полностью их исключить. Вот тут ошибка основная. Второй момент, резко ограничивает количество жидкости. Потому что за счет калорийности пищи можно худеть, ну, безопасно 2-3-4 килограмма в месяц. Вот это безопасное, когда мы правильно откорректировали питание, человек постепенно начинает терять. За счет воды можно похудеть, но самое экстремальное лечение ожирения, ну в кавычках, это заболевание холерой. 15 литров воды в сутки, через 5, трое, четверо, пятеро суток, несовместимые с жизнью изменения. Но человек похудел. Угу. То есть вот так нельзя. То есть ограничивать себя в воде ни в коем случае нельзя. Как только человек высыхает, это большинство диет вот таких быстрых, 2-3 недели потеряли 8, 10, 15 килограмм, кто сколько вам сказал. То результат есть. Да, человек высох, но он при этом... ограничив себя в еде, организм начинает тормозить обмен веществ, он начинает экономить, он сидит на голоде, он не будет активно работать. 2-3 дня на такой диете обмен веществ упал. Вопрос в чем? Когда человек выходит с этой диеты, он себя держал за горло, вот так вот он смотрел на все, как все едят, а он ничего не может себе позволить. У него упал обмен веществ, он высох. Что происходит? Люди набирают вес еще быстрее и больше исходного. Почему? Потому что губка, мы ее сжали, сколько могли держали, потом отпустили. Она влагу набрала из той пищи, которую человек опять привык есть. Раньше. Больше того, обмен веществ, почему с запасом идет? Обмен веществ затормозил, и раньше человек съедал, ну, условно, булочку, набирал от нее 2 грамма, а теперь он съедает булочку, набирает 20. Он очень быстро набирает избыточный вес. И вот тут все люди, ну, почему они, скажем так, не верят в диеты, потому что они все ведутся на быстрые диеты, а потом, получая негативный результат, говорят, нет, это тоже не будет работать. Правильное питание, ко мне приходят люди, кто-то говорит, хочу снизить вес, кто-то молчит, уже там попробовал разные, а потом звонит, вы знаете, как-то так вот, ну, порегулировал питание, вес почему-то снижается сам, я ничего больше не делаю, не экстремалю. Почему? Потому что правильное питание при снижении веса, нужно не бить пищеваритную систему, не нарушать усвоение пищи, а наоборот улучшать. Вот когда мы улучшим переваривание белков, белки разогревают обмен веществ, и человек молодеет. Молодеет его биохимический возраст. И для того, чтобы белки могли дать безопасно, тут второе, что мы делаем. Не ограничиваем жидкость, а жидкость соответствует количеству белков. Физиологи посчитали. 1 грамм белка, 42 миллилитра жидкости на выведение той грязи, которая при этом образовалась. То есть человек съедает 200 грамм мяса взял. 100 грамм мяса возьмем. 100 грамм мяса, примерно 20 грамм белка в среднем, если это не жирное. Или рыба, или птица. Вот на вот это, чтобы вывести белковые токсины, почти литр воды. Но не в виде воды. Потому что если мы мясо и воду, вода нарушает переваривание белка, жидкость. То есть Восток нам говорит, аперитив, нет аппетита, разогрей его, возьми кислый сок, брось его в желудок. Сок раздразнил желудок, пошел желудочный сок. Швыряя следом мясо, переварил. Ты дал воду, жидкость для того, чтобы вывести белковые токсины. Вот, и бросил мясо, которое греет обмен веществ, которое омолаживает этот организм. И все, и тогда все правильно. Больше того, если взять, опять-таки, восточную медицину, меридиан желудка активен с 7 до 9 утра. То есть на рассвете. Поджелудочная активна сразу после него с 9 до 11. Потом дальше меридиан сердца и меридиан тонкого кишечника. 8 часов на переваривание белковой пищи с утра. После них включается меридиан мочевого пузыря и почек, который выводит белковые токсины. И после них включается меридиан тройного обогревателя и перикарда. То есть головной и спиной мозг – цель нашей еды. Цель еды не побаловать желудок, не побаловать, ну, язык побаловать, допустим, да, мозг при этом хорошо активируется. Цель обеспечить работу мозга полезными веществами. А у нас получается с 7 вечера
Желудок с утра был в максимуме, вечером он в минимуме. Угу. Мы приходим с работы и что начинаем кушать? Мясо, картофель. Желудок на нем, пищеварительная система спит, а мы туда грузим еду. Потом есть такое хорошее правило, нам наши предки сказали, полежи после еды, чтобы жирок завязался. Что мы едим? После легли себе, телевизор полулежа или лежа, накопили утром, проверили, кто сантиметром, кто на стрелке весов, завязался. Что мы делаем дальше? Утром у нас сгнивший ужин, потому что белковая пища не переваривается в крови, кушать не хочется, максимум чашка чая, кофе, днем что-то там еще перекусили, к вечеру аппетит разыгрался, так. Мы повторили все то же самое. И вечером снова атака. Лариса, надлишкова вага взимку.